Печальные новости пришли об известном певце Александре Серове. Как известно, он сейчас вместе с женой и дочкой живет в своем загородном доме. Певец после того, как переболел ковидом, перестал выступать и был замечен в сильном злоупотреблении алкоголем. Дочь и жена всячески пытаются оградить его от этой пагубной привычки. Так было и вчера. Увидев, что Александр изрядно выпил, жена и дочь сказали ему, что на сегодня хватит. Они забрали у него алкоголь и закрыли в комнате. Но певец решил так просто не сдаваться. Он вылез в окно и пошел в ночной магазин, который расположен на трассе возле заправки. Этот магазин пользуется дурной славой. В ночное время там совсем небезопасно. Будучи изрядно выпившим, певец добрался пешком до магазина, который расположен за 5 километров от его дома. На подходе к магазину он увидел, как группа мужчин насильно тянет женщину в лесной массив. Вокруг, кроме Александра Серова, никого не было. Не было у певца с собой и телефона. Он оставил его дома, чтобы не потерять, да и чтобы жена и дочь не беспокоили. Серов решил, что мимо такой ситуации нельзя проходить. Он крикнул: «Что вы делаете, подонки?» На крик толпа обернулась. Они явно не признали в Александре известного исполнителя и ответили: «Вали отсюда, пока можешь ходить». Но Александр не испугался и продолжил: «Я сказал, отпустили ее, твари». Тогда 5 человек развернулись и подошли к Серову. Завязалась потасовка. Певец пытался отбиваться, но силы были неравны. Его быстро повалили на землю и начали бить ногами. В этот момент девушка убежала. Драку заметил мужчина на парковке. Он достал травматический пистолет и сделал выстрел в воздух. Толпа быстро разбежалась. Он подошел и начал оказывать помощь исполнителю. Как оказалось, это сосед Александра, который живет через 2 дома. Он отвез певца домой и передал жене и дочке. К большому счастью, Серову не понадобилась медицинская помощь. У него были лишь легкие ссадины и царапины.